Мы бы хотели предоставить слово Владимиру Николаевичу Сорокину, куратору проекта «Мечта», Александр Покрышкин, «Аэроклуб». Прошу. Товарищи, когда мы задумываемся над тем, кто такие конструктивисты, мы всегда говорим об архитекторах. Иногда мы вот с подачи про любовь вспоминаем художников. Но целое поколение людей было воспитано в атмосфере конструктивизма. И одним из самых неожиданных героев, которые нам здесь показались очень значительными, является наш всеми любимый герой номер один Новосибирска Александр Покрышкин. Если разобраться, Александр Покрышкин, что в конце? Кем он начал? ФЗУ завода Сибкомбайн, и парень с напильником учится слесарному делу. Отец хотел, чтобы он стал кровельщиком, как все в семье. Отсюда фамилия Покрышкин. Но парень один раз прикоснулся к самолету и решил, что он должен стать летчиком, что он будет летать. Но вот к своей мечте поход он начинал как раз вот в этом замечательном конструктивистском здании, довольно большом таком. Вот с третьего этажа спортивного зала он как раз прыгал в сугроб, показывая свои спортивные результаты. Вот здесь у нас первый театр. Привет первому театру. Дальше ситуация стала еще более серьезной, потому что Покрышкин, как мы знаем, был одним из лучших асов Великой Отечественной войны, герой, трижды герой Советского Союза. Здесь он еще и с таким малоизвестным знаком, медалью Соединенных Штатов Америки за отличные полеты на американском самолете «Аэрокобра». Как раз «Аэрокобра» здесь и стоит. А что помогло ему разобраться в этой «Аэрокобре», чтобы знать лучше, чем свои собственные механики? Как его звали, когда он учился в ФЗУ? Думаете, Сашка хулиган? Нет, сплетни. Сашка инженер. Инженеры. Вот кто был тогда властителями дум, и даже писателей называли инженеры человеческих душ. Дух конструктивизма – это дух разума, дух рациональности, дух расчета, чуждой мистики. И когда началась война, многие наши авиаторы, летчики думали, что немцы слабы духом, а у нас вот духовностью, то мы как заложим вираж, и слабый духом немец сдастся, и мы его собьем. И сколько человек вот на этом стереотипе погибло. А потом пришел человек, который стал вычислять угол инженерный, как надо подлететь к Юнкерсу. Ну, это чертежи машины «Аэрокобра», следующий рисунок. А вот здесь мы видим такие же, знаете ли, схемы, как у архитекторов, инженеров-конструктивистов. Угол, под которым надо гарантированно сбить немца. Без всякого излишнего риска. С гарантией. И когда даже лучший ас Германии приехал к Покрышкину, они познакомились, он сказал: ну ты рациональный, прям как немец, прям как мы. Что означало большой комплимент в его понимании. Когда Покрышкин уже отслужил, его отодвинули с первых ролей в авиации, хотя он стал маршалом авиации, он нашел себя в новом менеджменте, и это называлось ДОСААФ. Какой там Шойгу с его МЧС? Первая такая вот машина, которая позволяла людям достигнуть своей мечты, это был ДОСААФ. И мальчишки советских времен бредили тем, что они могли там учиться в аэроклубах, всяким разным отличным романтическим военным специальностям и так далее. И кто это? Это тот же самый наш Александр Покрышкин. Ура Александру Покрышкину! Ура! А где находится-то этот аэроклуб? Нет, думаю, здание ФЗУ. Ну, то это грустная история. И мы к ней вернемся, когда пойдем с вами к трансформаторной станции.
Конструктивизм можно убить нежно, взяв и облицевав его китайской плиткой. И так произошло с тем ФЗУ, в котором учился и который строил Александр Покрышкин. Но конструктивизм не убьешь. Денег на облицовку на улице Станционная 30, которая сейчас колледж, не хватило, славьте Господи. И поэтому остался черный от копоти заводской 30-х годов внутренний дворик, где первый раз в строю ФЗУшников стоял будущий маршал Александр Покрышкин. Так что требуйте прохода во внутренний дворик. Спасибо.